Ну, наверное, быть ведущей – это мечта любой девочки. Кто не рискует, тот не пьет шампанского, как говорится. Поэтому, взяв себя в свои руки, я и решила попробовать. Когда я пришла на кастинг, для меня здесь вся обстановка, она, конечно, была очень странная, так мягко говоря. Конечно, был интересен сам процесс, и суфлеры, и видеокамеры. Конечно, с опытом прийти человеку работать – это тяжело. Телевидение в городе Лида одно, точно так же, как и радио. Но благодаря людям, которые работают здесь на телевидении, и их поддержке, всего можно добиться.